120 дней срок вегетации, но 120 дней это указано для, ну, как бы, вообще для всей Украины, для юга Украины это 100-110. То есть так как у нас климатические условия чуть получше, чем на западной Украине, там он получится через 120 дней, на юге Украины это будет 100 дней. Урожайность его 90 тонн с гектара потенциально. То есть для цветных луков это хорошая урожайность. И чем особенно, в чем особенно Зена, этот красный лук гибрид лежит до мая месяца, может лежать в хранилище. То есть его можно хранить, он выраженно острый вкус, то есть он не сладкий, он такой. И опять же, товарный вид. В прошлом году, кто выращивал наши луки, ну, скажем так, это небольшие, не крупные фермера, да, потому что сравниваю с кабанями, то по внешнему виду красивее лука на кабанях в прошлом году не было. Я вам сейчас покажу по нему фотографии. Луки устойчивые, эсэмовские луки устойчивые к фузариозу. В прошлом году по ним, вот при выращивании здесь в Каховке, когда у всех были проблемы с фузариозом, то есть это фузариозное выедание на хвостики, ну, в начале пера, то по ССМ были очаги, были очаги в тех местах, где больше всего было затопление. Там, где либо было затопление и откачивали воду, в воде постоянно стояла вода, грунтовую воду сильно высоко, и практически земля не просыхала. Там чуть очаги были, но опять же это было в мерах допустимо. Вот он, плотные кольца получаются на нем, и у него при окончании имитации, при уборке, 5-6 листков, то есть он хорошо убивается для хранения, поэтому он умеет хорошо жить. При посеве 800 до 900 тысяч фракция начинается вырастать. То есть он растет хорошо, качается. При нормальной густоте вообще норма цветных луков рекомендуется до 900 тысяч на гектар. И при такой норме фракция начинается, в прошлом году с поля здесь покупки сдавали, фракция была от 8 плюс. То есть это 8-10 доходило до 12 сантиметров диаметра. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.